Хорошая новость для жителей шахтерской столицы. По многочисленным просьбам карагандинцев с прошлой недели запущен новый 21-й маршрут. Движение осуществляется с улицы Сатыбалдина, дальше по Бухаржирау, поворачивает на улицу Ермекова, Ерубаева, спускается на Чкалова, затем выходит на улицу Жанибекова. Подробности далее. В маршруте задействован в настоящее время 10 графиков интервалом 12-13 минут. Обслуживает автоперевозчик ТО-экспресс. 21-й маршрут начинает движение с микрорайона Юго-Восток. Дальше по Бухаржирау поворачивает на улицу Ермекова, спускается на Чкалова, затем выходит на улицу Жанибекова. Отметим, что в летний период, когда все дачники отправляются на свои огороды, маршрут продлевает свое движение. А точнее, с Михайловки, с западной промзоны до дачного общества «Фиалка». А в Юго-Восточном районе заворачивает на Федоровские дачи.